Имя, отчество. Жарова Елена Дмитриевна. Еще раз почетче. Жарова Елена Дмитриевна. Число, месяц, год рождения. 11 апреля 1982 года. Где родились? Город Конаково. Ранее судимы? Ранее посудимы. К ответственности уголовно привлекались? Привлекалась. Правым боком повернитесь. Левым. Лицом ко мне. За что задержана? Задержана за мошенничество денег. Ну, расскажите, что делали? По телефону звонку не отзванивались. Я ездила на дорсо, забирала деньги и переправляла на счета телефонов. Знали, что преступление совершили? Да, понимала, что преступление. Содеянным раскаиваетесь? Да, раскаивалась. Назовите фамилию, имя, отчество, пожалуйста. Матвей Святослав Валерьевич. Число, месяц, год рождения. 19 декабря 1977. Где родились? Красноярский край, город Дивногорск. За что задержано? Пока, не знаю, обвинение еще не предъявлено, ничего. Ну, понятно, что обвинение не предъявлено. Еще не осуждено и не посажено. Ну, как сами считаете? Не знаю. Пока мне ничего не сказали. По какому поводу объяснение давали сотрудникам полиции сейчас? По поводу денежных средств. Каких денежных средств? Ну, то есть, звонили по телефону люди, говорили, что нужно ехать там, помочь людям. Вот, все. По этому поводу. Как помочь? Ну, помочь, не объясняя как, просто сказали, что нужно помочь, говорили. Вот, называли адрес. Вот, потом человек передавал сверток, и только когда... Ну, свертка у меня была в руках уже, носили конверт. Вот. По телефону звонили те же самые люди, говорили, что там деньги нужно перевести на счет. Ясно. Сколько раз забирали деньги? 3-4 раза. У кого? Пожилые люди. Пожилые люди. Понятно. Боком повернитесь, пожалуйста. Другим. Благодарю.